В Венгрии мирные акции протеста учителей перешли в потасовку с полицией. Участники демонстрации в Будапеште требуют от властей улучшения условий труда и увеличения зарплаты учителей. Также они выступают против нового законодательства. По нему преподаватели лишают статуса государственных служащих. При этом рабочая нагрузка увеличится. В правительстве считают, что эти меры направлены на повышение качества образования. Однако почти 5000 учителей заявили о том, что оставят профессию, если закон вступит в силу. Требования педагогов поддержали и местные студенты.